Так, мы в эфире. Всем привет. Рад вас приветствовать на канале компании «Завод Форм». Сейчас вы видите процесс изготовления форм для отливки навершия «Медуза». В тротуарной плитке новая доска. И брусчатки «Вавилон» номер 2. Формы изготавливаем из АБС-пластика толщиной 3 мм. Сейчас мы с вами видим, как пластик провисает в процессе нагрева. Сейчас мы ждем, пока пластик нагреется до 200 градусов, после чего начнем формовку. Формы изготавливаем по технологии термовакуумного формования. Сейчас мы с вами как раз практически в самом начале трансляции увидим, как происходит хлопок или формовка пластика, производство форм для отливки сразу же изделий трех направлений: брусчатка, тротуарная плитка и колпаки для столбов. Проходи, да, тут просто. Специалист проверяет готовность пластика к формовке. Начинаем формовать. Убираем теплоблок, опускаем рамку с нагретым листом АБС-пластика, закрываем вакуумную камеру, откачиваем воздух и под давлением 0,8 атмосфер пластик обтягивает модели, установленные на рабочем столе вакуумно-формовочного станка. Сейчас мы изготовили формы из АБС-пластика толщиной 3 мм. Также можно готовить формы из АБС-пластика толщиной до 4 мм включительно, а также ПВХ, КПО и других материалов по технологии термовакуумного формования путем нагрева до 200 градусов. Обратите внимание, как даже с внешней стороны, с обратной стороны формы видна поверхность, фактура, которая передается с мастер-моделей, установленных на рабочем столе вакуумно-формовочного станка. Далее включаем блок охлаждения. Видим, над рабочим столом установлен вентилятор. При помощи воздушного охлаждения мы ускоряем процесс охлаждения отформованного листа АБС-пластика. Нам нужно охладить его с 200 градусов до 30-40. При температуре 30-40 градусов можно снимать отформованный лист, при этом он еще теплый, но сохраняет необходимые нам габаритные размеры и фактуру, для того, чтобы дальше можно было изготавливать бетонные изделия. Начинаем снять отформованного листа. При помощи модуля пневморасформовки подаем воздух в вакуумную камеру. Слышим звук. Таким образом, воздух помогает нам снять отформованный лист со стола, на котором установлены модели. И все, лист готов. Покажешь? Такой вот у нас получился лист. Обратите внимание, как четко, точно переданы фактуры всех изделий. Большое спасибо. Один лист отформовали, заряжаем следующий. Задавайте свои вопросы по производству формы отливки бетонных изделий. Также можно при помощи данного оборудования изготавливать формы для отливки изделий из гипса, объемные буквы для вывесок, также элементы для автомобилей и другие изделия. Как я уже говорил, да, по технологии термовакуумной формовки, из АБС-пластика, ПВХ, КПО и других материалов. Нагрев листа АБС-пластика осуществляется при помощи теплоблока, в котором установлены галогеновые лампы. Мы сейчас с вами видим процесс включения. То есть подвели теплоблок к рамке, у которой установлен лист, и сразу он автоматически включился. Автоматизация многих процессов вакуумно-формовочного оборудования, остановок, который видите на вашем экране, мы также изготавливаем у нас на производстве. То есть изготавливаем не только формы для отливки бетонных изделий, но и оборудование для формовки пластика. То есть автоматизируют такие процессы, как поддержание необходимого давления в вакуумной камере, автоматическое включение теплоблока и другие такие аналогичные процессы, сопутствующие, нам помогает блок автоматики, установленный на данном вакуумно-формовочном станке. Также данный вакуумно-формовочный станок оборудован модулем охлаждения, который мы с вами уже видели пример работы, то есть он ускоряет охлаждение отформованного листа АБС-пластика. То есть у нас сверху над рабочим столом установлен вентилятор, который мы уже видели, как работает. И третий модуль — это модуль пневморасформовки, при помощи которого формованный лист снимается с рабочего стола путем подачи воздуха в вакуумную камеру. Видим с вами компрессор и вот красный вентиль, как красный рычажок, с помощью которого как раз подается в вакуумную камеру воздух. То есть вот у нас получается такой вот вакуумно-формовочный станок с рабочим столом 1900 мм, полная комплектация с тремя дополнительными модулями. Возможно также производство такого станка для производства форм, отливки бетонных изделий, изделий из гипса и других, производства других продукций из пластика по технологии термовакуумной формовки без трех модулей, о которых я говорил, либо можно выбирать комплектацию, то есть, например, поставить один модуль из трех, либо два модуля из трех, да, ну, либо три, соответственно, чтобы получился станок, как у нас. При помощи данного вакуумно-формовочного станка, который вы видите на вашем экране, можно изготавливать изделия, формы, габаритным размером до 700-700 мм и высотой или толщиной до 300 мм. То есть
Сейчас мы с вами видим, как одновременно на одном столе у нас размещены модели для производства брусчатки. Вавилон номер 2, она у нас размещена снизу. В левом верхнем углу размещена модель для производства тротуарной плитки «Новая доска». Ее особенностью является фактура, имитирующая дерево. Сейчас мы с вами так вот немножечко сделаем в сторону. Как раз вот здесь хорошо вот сейчас видно фактуру, имитирующую дерево. Вот. И третье изделие, точнее третья форма для отливки бетонного изделия. Это у нас будет изготовлена форма для колпака «Медуза». То есть модель у нас расположена в правом верхнем углу рабочего стола вакуумоформовочного станка. Видим с вами, как одновременно за один хлопок, за одну формовку мы изготавливаем несколько форм сразу же для нескольких заказов. Вот таким образом, ну, во-первых, меньше пластика расходуется, потому что если не заполнять полностью рабочий стол вакуумоформовочного станка, а, к примеру, установить только навершие «Медуза», либо только одну вот такую модель для тротуарной плитки «Новая доска», либо только такой вот один комплект из четырех элементов, состоящий для брусчатки «Вавилон номер 2», у нас получится, что часть листа АБС-пластика после формовки, ну, просто обрежется и будет заново утиль. То есть зачем, да, переводить продукт, потому что все равно мы сами понимаем, что пластик стоит денег. Поэтому всегда сразу же стараемся комбинировать. Вот помимо брусчатки, тротуарной плитки и колпаков, длина столбы забора на таловом вакуумоформовочном станке с рабочим столом 1900 мм можно изготавливать формы для фасадной цокольной плитки, элементов фасадного декора, это могут быть фасадные бордюры, отливы, а также небольшие формы для небольших статуй, архитектурных элементов, малых архитектурных форм, небольшие памятники и многое другое. Как я говорил, здесь мы можем ограничиваться только габаритными размерами. Максимально габаритный размер изделия, который можно готовить на данном вакуумоформовочном станке, если мы говорим о формах, это 700 на 800 мм и толщина, высота до 300 мм, то есть 700 на 800 на 300 мм. Если нужно изготавливать формы для более крупногабаритных изделий, то просто заказывайте вакуумоформовочный станок с более большим столом. К примеру, на нашем производстве мы изготавливаем вакуумоформовочные станки с рабочими столами, к примеру, на 2200 на 700 мм. На нашем канале вы можете посмотреть ролик, на котором мы как раз показывали принцип работы. Данный станок с рабочим столом 2200 на 700 мм. Тоже вот такого же типа вакуумоформовочный станок для производства форм заборных секций, плит мощения, других крупноформатных бетонных изделий. Он отправился в Монголию. Вот, и мы как раз его изготавливали на заказ. И там, если посмотрите этот ролик, можете посмотреть особенности, потому что данный станок, который отправился в Монголию с рабочим столом 2200 на 700 мм, был, к примеру, оборудован специальными газ-лифтами для того, чтобы вот этой большой рамкой мог управляться один человек. В целом, чтобы, несмотря на большие габариты оборудования, которое используется для производства больших форм для отливки крупноформатных бетонных изделий, мог оперировать, работать один специалист. Ролик размещен на нашем канале. Специалист проверяет готовность пластика к формовке. Видим, что пластик провисает в процессе нагрева. Вот, и мы сейчас с вами видим формовку листа. Опускаем рамку с нагретым лицом АБС пластика, закрываем вакуумную камеру, откачиваем воздух. Под давлением 0,8 атмосфер пластик обтягивает модели, установленные на рабочем столе вакуумоформовочного станка. Все, формы готовы. По сути, нужно теперь остудить пластик до температуры 30-40 градусов. И все, можно снимать. Видим, как раз здесь установлено нужное нам давление в вакуумной камере для того, чтобы можно было отформовать пластик и получить качественную форму. Сформовали пластик, включили модуль охлаждения, то есть вентилятор, да, и вот видим, как он работает и ускоряет процесс охлаждения листа. Для чего нужен модуль охлаждения? В принципе, понятно, на всякий случай давайте тоже расскажу. То есть он увеличивает производительность оборудования путем ускорения охлаждения формованного листа. То есть формуем пластик при температуре 190-200 градусов, а снимать отформованный лист лучше всего при температуре 30-40 градусов. То есть можно, в принципе, после того, как сформовали лист, подождать, пока пластик, скажем, остынет до нужной нам температуры. Но чтобы можно было быстрее снять отформованный лист и зарядить новый, потому что заказов у нас на форму очень много, мы используем дополнительный модуль охлаждения. Сейчас видите пример работы модуля пневморазформовки. Видим, как воздух подается в вакуумную камеру, пластик приподнимается. Таким образом у нас осуществляется предварительное снятие отформованного листа. Все, лист готов. Остается только разделить формы для отливки различных бетонных изделий друг от друга, распределить их по заказам и можно отправлять. Отправляем формы, а также оборудование производства пластиковых форм
транспортными компаниями в любой город мира. Так, вижу, пока у нас комментариев, вопросов не поступает от зрителей. Вижу, там присоединяются новые зрители. Видимо, сейчас пока не могут написать коммент, но значит, подождем. Так, сейчас я размещу у нас поустойчивее камеру, для того, чтобы изображение у нас не прыгало. Вот, ждем, пока нагреется. Уехал станок? Станок? Да, уехал бы, который 700, не 700 здесь был, да? На прошлом. Для того, чтобы изготавливать формы и отливки бетонных изделий, нужно изготовить правильную мастер-модель, правильных габаритов и фактуры. Модели, которые есть на вашем экране для производства форм для отливки брусчатки Вавилон номер 2, расположенный внизу рабочего стола, тротуарной плитки новая доска в левом верхнем углу, в правом верхнем углу колпака на столб Медуза, мы изготавливаем также на нашем производстве. Для того, чтобы изготовить формы, точнее, а также модели для производства форм, необходимо оборудование, с помощью которого мы получаем модели. То есть мы изготавливаем модели для производства пластиковых форм при помощи вот такого вот 5-осевого фрезерного станка, который есть на вашем экране. Он имеет рабочий стол 2000 на 1000 мм, то есть 2 метра на метр. И с его помощью можно изготавливать как модели для производства таких вот небольших бетонных изделий в дальнейшем, как которые мы видим на вашем экране, только что видели. То есть колпаки, тротуарная плитка, брусчатка, бетонопаркет, фасадная и цокольная плитка, но и крупноформатных изделий. То есть также можно готовить с его помощью модели для плит мощения, памятников, цветников, заборных секций, бетонных столбов забора и многого другого. Сейчас в данный момент у нас специалист, который как раз занимается написанием программ производства моделей, производит формы, поэтому пока 5-осевой фрезерный станок у нас ожидает. Пока мы закончим вот эту формовку и уже дальше подготовим новую программу для того, чтобы можно было выполнять следующий заказ. Вот если вы занимаетесь производством пластиковых форм, вам нужны модели для производства форм, мы готовы изготовить их для вас по вашему чертежу или рисунку с размерами. Звоните по номерам телефонов, которые видите сейчас в чате. То есть мне сейчас помогает вести трансляцию мой коллега, который пишет комментарии, помогает отвечать на комментарии наших зрителей. Звоните по номерам телефонов и задавайте интересующие вас вопросы по производству моделей для формовки пластика, форм для отливки бетонных изделий, изделий из гипса, оборудование для пластиковых форм, то есть вакуумно-формовочные станки. Данный вакуумно-формовочный станок, который вы видите на вашем экране, можем изготовить в полной комплектации. Он стоит у нас 363 600 рублей. Минимальная комплектация без трех дополнительных модулей, он стоит 258 тысяч рублей. Отправляем оборудование, а также формы, модели транспортными компаниями в любой город мира. Поэтому, если вы находитесь не в Нижегородской области, а наше производство находится в Нижнем Новгороде, Нижегородская область, Россия, улица Правдинская, 16, то есть находитесь в другом регионе России или вообще за рубежом, не проблема. Отправляем готовую продукцию в любой город мира. Вижу, как раз мне сейчас помогает идти трансляцию мой коллега, пишет от имени нашего канала. Последний комментарий, ссылка на наш сайт https://zavodform.ru. На данном сайте вы можете посмотреть ассортимент форм для отливки бетонных изделий, а также моделей для производства пластиковых форм, ассортимент вакуумно-формовочного оборудования, при помощи которого вы можете изготавливать формы для отливки бетонных изделий и изделий из гипса, других материалов. То есть там вы найдете также и данный вакуумно-формовочный станок с рабочим столом 1900 мм, а также вакуумно-формовочные станки с рабочими столами других размеров, а также другого принципа действия. То есть здесь мы с вами видим принцип, такой книжка, так скажем, да, то есть подъем, опускание рамки производится вручную. Также есть варианты производства оборудования с подъемом, опусканием рамки рабочего стола при помощи пневматических подъемников. То есть там уже больше автоматики, но, соответственно, увеличивается стоимость оборудования. То, что больше электроники, сложнее оборудование, соответственно, будет стоить дороже. Если вы не найдете подходящий вам вакуумно-формовочный станок, вы можете заказать нужное вакуумно-формовочное оборудование у нас по номерам телефонов, которые видите сейчас в чате нашей трансляции. Либо также можно зайти на наш сайт. Сейчас ссылка на него в чате, в одно из последних сообщений. И выбрать
подходящего вам оборудования, либо позвонить по номеру телефона, который найдется на сайте, и заказать нужное оборудование для формовки пластика. Видим, как пластик начинает провисать. Тем самым мы видим, что он набирает необходимую температуру для формовки, и начинаем формовку. Опускаем нагретый лист на рабочий стол, закрываем вакуумную камеру, откачиваем воздух. Все. Отформованный лист готов. То есть формовка пластика происходит при температуре 200 градусов и при давлении 0,8 атмосфер. Включили блок охлаждения и сейчас охлаждаем лист. Сейчас снимем формованный лист АБС пластика и будем завершать трансляцию, потому что нужно будет, соответственно, запустить прямой эфир у нас на другом канале. Если вы подписаны на наш второй ресурс компании Lobos, сейчас мы начнем прямую трансляцию там. Можно будет туда переподключиться, как раз задать интересующий вас вопрос, если по каким-то причинам вы не смогли его задать за время трансляции на канале Завод Форм. Слышим, как пластик начинает потрескивать. Как раз у нас, по сути, так вот мы слышим, как он остывает. То есть, такие вот потрескивания, это как раз нормально. Говорит о том, что пластик у нас остывает, да, нужна нам температура. Заготавливаем формы при температуре 190-200 градусов. Снимаем формованный лист при температуре 30-40 градусов. Включаем модуль пневморасформовки. Видим, как пластик приподнимается, то есть подается воздух в вакуумную камеру. И таким образом мы облегчаем себе работу по снятию отформованного листа. Все, сняли лист, поставили его. Вот мы заряжаем новый лист, а я прощаюсь с вами. Большое спасибо, что были на нашей трансляции. Вы были на канале Завод Форм. Сегодня мы показали вам процесс производства форм для отливки колпаков на столб Медуза. Брусчатки ВЛО номер 2. И форм для отливки тротуарной плитки «Новая доска». Увидимся в следующем выходе в эфир. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. До скорых встреч.